Без соціальних мереж сьогодні дуже складно уявити життя сучасної людини. І, звичайно ж, ми знаємо, що це робота, це спілкування. А що стосується молодих людей, особливо підлітків, то всі ми знаємо, що вони залипають. Ось таким словом можна назвати – залипають в телефонах. Вони сидять і постійно спілкуються зі своїми однолітками. Вони не мають меж. І наскільки це небезпечно, будемо говорити сьогодні з Олександром Казаріним. Ви вже у нашій студії, рада вас бачити, пане Олександре. Психолог Олександр Казарін. З приводу того, що діти ось весь час знаходяться в телефонах і безконтрольно відвідують мережу. Наскільки це може бути небезпечно для їхньої психіки? Юль, давай смотреть правді в глаза. Взрослые делают то же самое. Так, але ж вони хоча взрослые бесконтрольно сидят. Знаешь почему? Потому что дітей ще є кому контролировать. А взрослые уже вырвались из-под контроля, поэтому взрослые дорвались до телефона. Мало того, в детстве у них таких игрушек, конечно, не было. Поэтому большинство взрослых залипают в телефонах. Треба не меньше, говорити то больше... зараз про дорослих більше, так я розумію? Ні. Дело в том, что вот я хочу просто разграничить ситуацию. Когда взрослые говорят, боже, дети столько в телефонах сидят, это ужас. Вот мы вот в наше время, да в наше время не было таких телефонов, поэтому мы там не сидели. Я на 100% уверен, что если бы у меня была такая игрушка, то оторвать меня, например, оттуда было бы очень сложно. И я думаю, что очень многие взрослые, которые сегодня запрещают своим детям, положа руку на сердце, сказали бы то же самое. Вот. По поводу, насколько это все опасно, неизвестно. Вже пройшло достатньо часу. Вже це питання досліджували. І чи можна зробити якісь висновки? Що говорять психологи? От чути багато різної інформації. Насправді, псується зір. Ну, це перше, так? Про що можна сказати. Про те, що безконтрольно можна зайти на будь-який сайт і подивитися будь-яку інформацію. Для дитини, можливо, це взагалі шкідливо. І можна почути і побачити щось, і зрозуміти не так, як це потрібно було би, так? Кому? Дитині. Я маю на увазі, що... Як це має бути, кому потрібно? Государству, папе с мамой там и тому подобное. Юль, вот ты сейчас говоришь такие слова, моя бабушка, когда я был маленький, мне говорила то же самое, но не по поводу смартфона, а угадай, по поводу чего? Ну, не знаю, а что там? Ну, может, игры какие-то? Может, не знаю. Какие там игры? Когда, Юля, мне 56 лет. Какие игры? Ні, я маю на увазі, ну що ви могли такого робити, щоб бабуся могла сказати? Ні, отгадай, по поводу чого бабуся говорила? Не смотри, испортиться зрение. А, телевізор просто. Конечно, конечно. То есть, смотри, если мы сейчас будем эту вот динамику рассматривать, то вот перед телефоном был, ну, был телевизор, ну, там промежутки, может, был какой-то компьютер, монитор там. Ну, возьмем телевизор. Родители говорили, не смотри много телевизор, потому что испортится зрение, лучше пойди на улицу, нет, погуляй. Нет, ні? Книжку почитай. Книжку почитай. То есть сейчас знаешь, что говорят? Не сиди постоянно в телефоне, лучше пойди телевизор посмотри. Хоть фільм який-небудь посмотри, що ти заліп свій телефон? Ну, я тут не бачу великої різниці. Говорять, говорять. Давай підемо далі. Що було до того, коли ще був телевізор? Ти що от цю книжку читаєш? Лише пішов би... На вулицю? Так, футбол би погуляв. Сидиш і книжку читаєш. Смотри, от є ми... уже началась психологическая часть, да? То есть мы получаем информацию через определенные интерфейсы. Сейчас этим интерфейсом является в основном либо планшет, либо смартфон доступный. До этого этим интерфейсом был телевизор. До этого, ну, наверное, были там какие-то промежуточные моменты, была книга. То есть информация до нас доносилась через определенные источники. И сейчас как бы вот получается, что нам нужно бороться с источниками информации.
Ні, звичайно. Ні. Треба не з цим боротись, а так, щоб контролювати. Ну, якийсь час, який нам потрібний. Давай розглянемо ситуацію контролю. Кому-то, не будемо говорити кому, не будемо це в личності переводити, или в какие-нибудь, какую-то організацію, кому-то нужно контролювати население, контролировать информацию, которая поступает. Правда? Поэтому, поэтому для этого возникает потребность в контроле телефона, в контроле средств массовой информации, там, ну, где взагалі, это, так. Да, и тому подобное. Что касается самих телефонов, очень странная штука получается. Вот мы сейчас ехали на передачу, мы с женой обсуждали это. Что делают родители? Сначала родители сами покупают телефон, покупают планшет, а потом накладывают ограничения. Ну для чего они покупали телефон и планшет? Они же понимали, что ребенок будет в игры играть или смотреть там какие-то. Ну, чему? Ну, звязок, информация. Ага. Насправді, це потрібна річ. На самом деле, зачем связь с ребенком? Опять-таки, для того, чтобы его контролировать. Ты куда пошел? Ты уже покушал? Ты задание выполнил там или еще чего-нибудь. То есть, понимаешь, проблема в чем? Получается, что эти интерфейсы, вместо того, чтобы использовать их в качестве новой информации, чтобы мы получали, используются для того, чтобы контролировать человека. Угу. Вот в чем весь прикол. Мало того, не только контролировать, еще и манипулировать. Я ведь прекрасно знаю эти все приколы. Я иногда и сам этим пользуюсь. Господи, прости. Вот. О том, что... Заберу телефон, если ты. Да, и ты это знаешь. Ну, кто я? Если что, все, положишь телефон на полку. Да? Если что, дам тебе, ладно, дополнительный час посмотреть там твои мультики, либо в играх поиграть. Превращается в средство манипуляции, понимаешь? Хотя изначально это вообще-то задумывалось совсем по-другому. Ты же понимаешь, что телефон... это в основном как средство коммуникации, а плюс смартфон – это еще и средство получения информации, прежде всего. Вопрос в другом. О том, что, ага, мы же хотим, чтобы получали ту информацию, которую надо. Кому надо? Родителям надо, да? Поэтому... Там уже и дитині потрібно буде, для навчання, наприклад, да, так? Да. Засвоєння інформації, ще чогось. Ну, насправді, це ж для дитини і треба. Угу. Только мы хотим эти потребности еще и контролировать сами, понимаешь? Я думаю, что проблема, в общем-то, именно в этом состоит. Не в том, что у нас есть смартфоны, планшеты там и тому подобное, а в том, чтобы наладить с ними взаимодействие какое-то. Я знаю, что ты меня все равно же спросишь, а вот как ты, например, с этим справляешься? Ты же знаешь, что у меня дети есть. Ну а да? Як же, да? А як же? Наступное питание как раз я и хотела... Ось таким поставити. Я не могу сказати, що я просто герой-герой і справляюсь з цим на 12 балів, як зараз говорю. Я вже чула про маніпуляції. Є, звісно, в цьому. Ну, куди деться. Але при цьому, я думаю, що у нас є і положительний опит, однозначно, з цим. Во-первых, у нас нет такого бесконтрольного, тобто, що хочеш, сколько хочеш, сиди в інтернеті. У нас є... Ну, чтобы было понятно, у меня дети-подростки сейчас, у нас есть две группы детей, те, которые уже выросли со своими внуками, и есть дети-подростки. Двое, одной 11, другому 13. Самый сок. Это той якраз вік, про який мы сегодня говорим. Да. Небезпечный. И, конечно же, у них есть свои смартфоны, и, конечно, у них есть доступ к интернету и все прочее. Но у нас есть договоренность о том, что они... официально, разрешенно используют один час в день. И им этого досить? Нет, конечно. Мало того, они постоянно возмущаются, что этого мало. И как тогда? Как справляться с таким? Ну, во-первых, ты же понимаешь, теперь у меня есть пространство для манипуляций. Да? Я могу добавлять 15 минут, 20 минут там. Ну, это, конечно... Година такая, всего не мало. Вчитись тоже треба, зараз же навчання онлайн. Вопрос, нет, это не касается, конечно, обучения. Если, но они вообще у нас на обучении онлайн уже несколько лет. Это удобно. Оказалось, даже и без кризиса.
Вот. То есть это не касается учебы. Речь идет о том, чтобы сидеть там в своих играх, а у них есть свои игры. Угу. Вот. И в том, чтобы там сидеть в своих соцсетях и тому подобное. А, година для игр и мереж, да. Так? Все. Да, да, а все да. Решта, то телефонувати, например, чи вчитися? Не, ну, конечно, если нужно позвонить там куда-то еще. Я имею в виду именно вот, вот это вот зависание. Угу. Вот никуда ты этого не денешься. Мало того, я, например, я не считаю, что телефон это плохо, даже игры. Я много там думал и читал, и анализировал это. Игры, даже стрелялки всякие, вот, и бродилки, и там стратегические игры. Это неплохо. Неплохо, потому что я думаю, что ну, кто-то там немножечко дальше пошел, чем родительские мозги, которые просто запрещают, а наоборот готовят к... Ну, к этому цифровому будущему, в котором так или иначе придется жить нашим детям. Ну, посмотри, если бы мы с тобой отказались бы от того, чтобы вообще пользоваться смартфоном и компьютером. Ну, зараз це неможливо. Это неможливо. Да, вот мы бы с тобой не сидели тут и не разговаривали, и вообще у нас была совсем другая жизнь. Я не говорю хуже или лучше. Ну, есть люди, которые уехали в деревню, и там вот никаких компьютеров, ничего. Ну, у них другая жизнь. Я, ну, не готов к этому. Добре, Олександр, якщо ми говоримо зараз про ті ігри, так, в які дитина, коли потрапляє, наприклад, вона відчуває себе в іншому віртуальному світі. Вона переключається, вона поглиблюється, вона там залишається. Чи може це нашкодити, якщо, наприклад, вона там буде не годину сидіти, а ну скільки їй захочеться? Вона ж може подивитись, наприклад, на годинник лише ввечері. Да. І зрозуміти, що пройшло вже достатньо багато часу, а вона не помітила. І в цьому теж може бути проблема. Да, я думаю, що да. Ну, смотри, це екстремальні случаї. Екстремальні, і якщо ти говориш о научних дослідженнях, то, чесно говоря, крім того, що пишуть всяке в інтернеті, причому хто угодно пише, и ученые не так часто пишут нормальные, действительно научные статьи об этом. Нет, исследования, которые сказали бы точно, что компьютерные игры вредны для психики. В любом случае, любое залипание, любая привязанность психологически, неважно, к чему ты привязываешься. Либо ты привязываешься к компьютерной игре, либо ты привязываешься, с утра до вечера только в футбол играешь, или с утра до вечера только читаешь там, книжки по теоретической физике, например. Это уже проблема, понимаешь? А проблема какая? А проблема социальная, по большому счету. Получается. Потому что человек занимается только чем-то одним, а другим не занимается. Поэтому выход, ну вот если вот речь идет о, как бы, о нашем опыте, выход я вижу вот в чем. Не запрещать телефон, но включить в этот ряд, там где есть смартфон, включить туда чтение книг и общение с родителями, и занятия спортом, и творческое развитие и тому подобное. Когда у ребенка будет выбор, что я могу заняться этим, это уже классно. Он сам выберет, потому что рано или поздно ребенок вырастает. И если он постоянно ощущает давление со стороны родителей, вот он, ну, представь себе, там, до 18 лет стоит мама или папа, не выключи телефон, выключи телефон, ты опять в телефоне. Ему исполняется там сколько-то, 16 или 17 или 18. Он ушел от родителей, слава тебе, Господи, никто надо мной не стоит. И тогда вот тогда может быть возникнуть проблема. И тогда он целый день может сидеть, потому что ничему другому он не научился за эти годы. Але ж діти можуть хитрити, вони можуть взяти, наприклад, за приклад, ну, подивитись на батьків, так, що вони теж сидять весь час в телефоні, і робити, але тихо, але так, щоб не бачили батьки, наприклад. І більшість так і роблять. Так, да. І це теж є проблема, ну, я маю на увазі, що немає зв'язку, немає довіри до батьків, немає такого контакту, який допоміг би дитині почуватись добре і з батьками, і з телефоном, і десь там спілкуватися з друзями.
друзями, виходити на вулицю і так далі, і так далі. Тобто повноцінно жити. І ось це, мабуть, теж одна із найбільших проблем нашого сучасного життя. Це не проблема, це задача, Юля. Понимаєш, да, в чому вопрос? Тепер... Задача. Для чого задача? Для того, щоб її вирішити. Ось, як її вирішити? А от для того, щоб вирішити цю задачу, необхідно не дітям. Діти, як би, це діти. Виконавці. Да, да, вони задачу будуть виконувати. А от організувати виконання цієї задачі – це діло батьків. Это реально находить время для того, чтобы общаться со своими детьми, особенно это касается подростков. Я же вижу, что происходит. Угу. Маленький ребенок, маленький, я имею в виду, еще не подросток, он начинает там что-то, ему только раз мультики. На, ось, и он уже, ему там 3-4 года, он уже знает, где нажать, чтобы Машу и Медведя посмотреть, там, или там еще каких-то там зверей. Угу. Вот. А родители в это время занимаются своими делами. То есть, получается, вместо родителя он получает планшет, телефон. Потом через какое-то время родители, вау, что ж такое, что он кроме телефона и планшета ни на что не реагирует, и меня ни во что не ставит. А если пропадает интернет, у него истерика, угу. Потому что там Маша или Медведь к нему не пришли. Вот. Все. Вот. Поэтому вопрос не в детях здесь. Потому что родители все же хотят как-то, вот надо же с детьми что-то делать. Да не надо с детьми ничего делать, с собой нужно делать. С собой, во-первых, если, конечно, родители сидят целыми днями в сетях или играют в те же игрушки, или просто зависают там в Инстаграме или в Фейсбуке, то, конечно, а откуда ребенок будет знать что-то другое? Но если родители сами читают книги, занимаются спортом, ходят на прогулки, играют на музыкальных инструментах, например, то у ребенка это не факт, что он будет делать то же самое, но он видит еще и другие реальности, которые кроме планшета существуют и телефона. Ну и дитина будет повторювати, так? Она будет теж хотіти займатися тим, що батьки чи ні? Возможно. Дело в том, что гарантировать это, ну, вряд ли можно. То есть сказать, что точно, если родители читают, ребенок будет читать, 100% нет. Но вероятность, да. Потому что он будет видеть, что есть еще и книги. И если он будет видеть еще и не просто, что родители просто читают для того, чтобы подать ему пример, а если он видит, что родители находят там что-то интересное, угу. Оказывается, там в книгах интереснее. Что ж там может быть интереснее, чем в телефоне? Вау, он возьмет и прочитает. Ага, классно. Например. Вот. Или там пробежки по утрам, или там йогой заниматься. Не значит, что если родители будут заниматься там по утрам зарядкой, дети будут ее делать. Не факт. Сейчас не факт. Но потом может быть. Ну, я могу по себе сказать, потому что, когда я был подростком, и мой папа делал зарядку, и меня заставлял, мне это дико не нравилось. Ну, коли просто... заставляв. А якщо не заставляв, чи як? А потом прошло время, я как-то так... Думаю, какой папа молодец. Ну, це ж правильно, приходить через деякий час. Да. А як зробити так, щоб вони зараз робили те, що їм нужно буде корисним? Нужно взять бузинную палочку, вырезать из нее, и потом, как Гарри Поттер говорит, вот тогда будет сразу. А я думаю, что вопрос вот насчет сразу, ну, как бы без иллюзий. Я думаю, что это все-таки очень постепенный, шаг за шагом процесс. И очень важный. И я думаю, что важные вещи делаются не вот так сразу. Сразу происходит это тогда, когда какая-то критическая ситуация, и чуть не умер, откачали, и потом уже стал как-то по-другому. До цього ж не хочется, да. Не хочется. Поэтому я думаю, что вопрос все-таки в постепенном, шаг за шагом в этом процессе. И вопрос, опять-таки... Где тут камера? Родители, сбейтесь с детей. Вот, займитесь собой, и глядя на них, есть вероятность, глядя на вас, есть вероятность, что дети будут делать похожие вещи. Вот, ну що, пане Олександре, я думаю, що це дуже правильні поради, насправді, прозвучали тільки що для батьків. І хочеться на сам кінець все ж зробити підсумок, підвести, і наголосити от на основних речах. Я так вже зрозуміла, що заставляти дітей краще не треба, бо вони можуть взагалі відвернутися і робити щось своє, і до вас потім не підійдуть. Не захочуть з вами спілкуватися, не захочуть з вами радитися. А це ж найголовніше, так? Нам хочеться, щоб діти були з нами. Отношення.
Отношения, создавать отношения с детьми. Дело в том, что многие родители даже не знают, в какие игры дети играют. Цікавитися тим, да. Чим живе ваша дитина. Да. А якщо вона не хоче, от вона каже, ну, ти нічого не розумієш, не дивись в цей телефон. Я тут знаю. Не хоче спілкуватися. Як налагодити контакт з дитиною? Ну, во-первых, все-таки принять то, что ребенок – это не твоя собственность, не вещь, которой ты можешь распоряжаться. Ну, не знаю, не до всех, наверное, это дойдет, но вот идею принять о том, что это человек, который свободен выбирать, и мало того, он еще и… это еще круче родителям принять, о том, что дети круче, чем мы. Потому что они… они живут в другое время, они... Я когда-то прочитал одну такую метафору по поводу того, вот какое взаимоотношение между детьми и родителями. О том, что ребенок – это стрела, а родитель – это лук. И задача родителя – эту стрелу как бы задать и направление и выпустить туда. Но если стрела постоянно будет вот находиться вот в этом вот напряженном состоянии, в натянутом, она же никуда не улетит. И не может она находиться вместе с луком всегда. И потом задача стрелы все-таки находиться не там, не там, где находится лук. Лук на месте останется, ну плюс-минус. Вот, а задача стрелы улететь. Вот, поэтому как бы, если вот подходить с этой точки зрения, то я думаю, что все нормально будет и с родителями, и с детьми, если позволить детям все-таки развиваться. А эти все наши гаджеты использовать не для контроля, не для манипуляции, а для того, чтобы дети, используя их, развивались. Ну, для этого нужно хотя бы самому как-то вникать в то, что там... То, що там відбувається, чим вони займаються. Дуже дякую. Насправді, класна метафора прозвучала. Треба вміти випускати дітей. Випускати так, щоб діти якомога далі полетіли. Щоб вони розуміли, куди вони будуть летіти. Як вони це будуть робити, так? І щоб і дітям було добре, і вам, врешті-решт. Да, а так вот, смотри, вот, когда вот натянуто, вот отсюда и возникает напряжение вот, в отношениях. Тогда, когда стрелу не отпускают. А от дозволити їм, це так, це круто. Дуже дякую вам. Насправді, стільки всього корисного, цікавого ми сьогодні почули. Я думаю, що батьки прислухаються і будуть знати, що робити зі своїми дітьми, особливо тоді, коли вони вас не чують і не слухаються. Ну що ж, зустрінемось за декілька хвилин.